Беги, кошмар 300, руку, ножки. Я принял тебя, принял. Пускай отходит. Где ты, художник? На связи, говори уже. Да, с вами не заходите, пока не заходите. Повтори. Не заходите. Спокойно говори, пожалуйста, спокойно. Блять, мужики, если что, это не стрельба, у нас в подъезде ПК просто ебанутся, оно взрывается. Понял, Шуля, выходите в танк. Делать движение на левофланге по мосту через Кримжи. Почему вы ее не вытащили, Зинаида Михайловна? Кого? Бабушка, она ж подружка ее. А где? Там еще кто-то остался? Она сгорела живьем. Вот она, да, она плохо ходила, блин, 80 чем-то лет. Потом еще нам спать нельзя. Сам! Малой, идем, у зуба аккумулятор снимем. Зачем вы ее не потащили? Надо было потащить ее! Господи, боже мой! Так о чем? Я же говорила, пойдемте, Светлана Ивановна! Зинаида Михайловна выскочила, она едет в какую? Вон тип сидит, или что? Ну, где сидит? Где? Вон тип стоит. Раз, два, три, четвертый этаж. Как бег! Где-то одеяло, ну где-то, чтоб не подходил мясо. И открой окна все! Очень много. Сколько? Вот 4 подъезда. 174 квартиры. Вот вы считаете. И сколько?